Всем привет. Меня зовут Наташа. Мне 38. Я в разводе. И я мама с ребенком. Ребята, всем здорово. Вам это ничто не напоминает? Почему-то вот со временем начали вот, ну, разведенки с прицепом такие вот тренды делать. Типа вот я такая-то, такая-то, мне столько лет, я в разводе. Мне это напоминает, знаете что, вот общество анонимных алкоголиков или наркоманов, да, вот типа... Всем здравствуйте, меня зовут Саша, я в разводе. Я долго боялся себе в этом признаться, но все-таки стоит это сделать, потому что себя не обманешь. Сколько проблем навалилось на мою душу. Жена загуляла, работу уволили. Я просто не знал, что мне сделать. Я рвался, я метался, я лез просто на стенку. Но все-таки от себя не убежишь. И нужно эти проблемы решать.